На легенду будем устанавливать форточный блок. Начинаем с того, что готовим стекла. У нас сейчас легенда 2,5. В принципе, какая бы ни была легенда, в любом случае от верха отмеряем метр. Вот у нас черта красная. Метр, да? Да. Отмерили метр. Вот это середина. Дальше середину проецируем на тот край и откладываем по 29,5. От середины 29,5. Получается вот такой вот треугольник. То есть это будет низ. Вот это будет низ, прямоугольник. Это будет треугольник на форточку и право-лево от него. То есть получится вот такие вот кусочки. Вот это вот право-лево лежит у нас. Вот это низ. И треугольник вот. Сам блок, саму форточку. Сверлим отверстия. По два отверстия. Сколько от краев, Миш? От верха 25-70. Нет, оттуда. А, вот отсюда, да? То есть вот с этого угла 25 и до следующей дырки 70. Все, клеим резиновый уплотнитель примерно посередине уголка. Чуть-чуть смещаем его вовнутрь. Все, сейчас укладываем стекло и прикручиваем. Стекло будем крутить вот на такие шайбы. Заранее их подготовили, согнули маленько, чтобы они сильно не торчали. Все, стекло уложили и начинаем крутить. Тут главное не переусердствовать, иначе стекло может лопнуть. Стекло амортизирует на резинке. Проверяем, где надо, чуток подтягиваем маленько. Все, форточка готова. Сейчас ее укладываем наверх, устанавливаем привода, все остальное как на поликарбонатных форточках. Все то же самое. Нижнее стекло от форточного блока сейчас его будем укладывать. Прежде одеваем вот такой профиль, H-образный, широкой полкой будет вовнутрь теплицы, узкой наружу. Сейчас. Так, вот у нас стекло лежит с профилем, лежит вот в направляющих, в базе. Еще один человек сверху, мы ему подаем право-лево половинки вырезанные. Все аккуратно вставляем в профиль. Нужно тут придерживать рукой, чтобы стекло не съехало вниз. А не едет оно сильно, потому что у нас тут импровизированная поддержка из обрезков уголка сделана. Так, второе стекло. Вот так вот. Одной работаем, рукой другой снимаем. Все, и дальше у нас крышку, забиваем крышку в профиля. Вот молоток уже готов. Сейчас ставили крышку, где-то 2,5-3 сантиметра делаем выпуск, чтобы вода текла, и заколачиваем крышку. Все, вот это можно разогнуть и убрать, там изнутри достанем ее. А вот сейчас Миша и достанет, да, как раз. Все, здесь потом будет облицовочный уголок ставиться. То есть вот стекло, готовое под установку форточного блока. Обрамление форточного блока. Уголок 25 на 25. Прикладываем. Делаем засечку. Можно маркером, профессионалы на глаз уже видят.
все надрезали, загнули и заводим. Тут промеж коньков вверх, вниз, аккуратненько под стекло ваш образный профиль вставляем. Все, так все четыре. Так, у нас все, сейчас подождите, все четыре уголка установлены. Сейчас берем уголок пошире, покороче, который в комплекте. Так, втыкаем вот тоже промеж коньков под нашими загибами. Под загибами. Ага. И сейчас саморезами насквозь прокручиваем два конька и все уголки. Саморезы крутим как можно ближе, вот где заканчиваются узенькие уголки, да, где заканчиваются, то есть отступаем сантиметра полтора, чтобы зацепить этот уголок, и крутим. Если сильно широко, расставить саморезы, то есть вероятность, что при сдавливании коньков может, ну, повредиться стекло. Все, со второй стороны точно так же. Прокручиваем и затем готовим форточный блок и укладываем его на конек. Под загибами. Ага. И сейчас саморезами насквозь прокручиваем два конька и все уголки. То есть саморезы крутим как можно ближе. Вот где заканчиваются узенькие уголки, да, где заканчиваются, то есть отступаем сантиметра полтора, чтобы зацепить этот уголок, и крутим. Если сильно широко, расставить саморезы, то есть вероятность, что при сдавливании коньков может, ну, повредиться стекло. Все, со второй стороны точно так же. Прокручиваем и затем готовим форточный блок и укладываем его на конюк.